на портал «Экзегет» поступил вопрос, можно ли призывать людей к покаянию, если сам грешен? Ну, во-первых, не бывает такого, чтобы человек не был грешен. Каждый человек имеет свои грехи, свой набор грехов. Вопрос, как призывать к покаянию? Можно делать это свысока, думая, что мы способны чему-то научить, и предполагая, что человек, которому призываем к покаянию, он хуже нас. Конечно, такие призывы не будут услышаны. Потому что, если же говоришь очевидные вещи человеку, который грешит, но говоришь это без любви, то человек тебя не услышит, он тебе не поверит, он впадет только в ропот, в раздражение, обидится и замкнется, и ничего не получится. Поэтому, если мы хотим кого-то вразумить, если мы хотим призвать кого-то к покаянию, но делать это очень деликатно, очень осторожно, с любовью и состраданием. И только тогда человек, возможно, услышит нас. И если мы почитаем послание апостола Павла Галатам, то там и сказано, братья, если и впадет человек в некое согрешение, вы духовные, исправляйте таковаго в духе кротости. В духе кротости. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным.